Проехаць па дарозе, якой не існуе магчыма. Жыхары катэджнага пасёлка ў Кірзіміраўкі не першы год выкарыстоўваюць так звана рэальную нерэальную дарогу, якая злучае Мінскую шашу і вуліцу Белічы кут. Зараз дарога ў аварыйным стане, афіцыйная, яна не існуе, а значыць абслугоўваць яе няма каму. Штогод жыхары пасёлка самі бяруцца за рамонт, але гэта не ратуе. На дарозе, якой не існуе, праехала і наша здымачная група. Паводле дакументаў тут тупік. А вось у рэальнасці дарога з загрузкай не менш аднаго аўтамабіля за некалькі хвілін. Як такое атрымалася і калі тут з'явілась дарога, ніхто з мясцовых і не памятае, але абслугоўваць яе сваімі сіламі прызвычаіліся. Фактически дороги этой нет. Это насыпь, которая прикрывает газовую трубу высокого давления. Эта дорога так, чтобы как-то людям добираться было нашими силами там подсыпано, восстановлено. Поселок мы имеем, а заездной дороги на поселок не имеем. После весновой отлиги разом со снегом растает и дорога. Вот фотоздымки автомобильного здарения, которое отбылось тут несколько дней тому. Бачно, что удар пришелся у бок кировцы. Цудом уладальник авто не потерпел. А гэтым фотаздымкам не больш за тыдзень. Дарогу зноў падмыла. На звароты жыхароў перакрыць путь для аўтамабілістаў ім адказалі. Маўляў, дарогі не існуе. На разработанном генплане эта дорога не существует. Заканчивается тупиком, там проходит через ручей, данный ручей коммуникационной сети, коммуникации, в том числе сети газоснабжения проходит. А дорога на сегодняшний момент не санкционирована. И ее в разработанной документации нигде нет. У плане будаўніцтва новая дорога есть, але перспектива не близкая. Покуль же харам района пропонуют ездить и ходить по объездной официальной дороге. Вось яна. Сейчас газовая служба сделала дорогу, ну как сделала, они просто защитили свою трубу, навалили каких-то камней, и вон уже только сколько, полдня машины ездит, и уже вон яма не... и дорога проваливается. Что будет завтра, послезавтра уже непонятно. Дорога по-ранейшему не існуе, а значит, застаецца небяспечным маршрутам не только для автомобилистов, але и для пешеходов. Катерина Балукова, Юрий Уласов, Виталий Алексеенко. Новин регион.